Всем привет! Сегодня я иду гулять с Дзюзаким Павлом на площадку. Вот сейчас я сходила вот сюда. Вот сейчас я иду за кофе для мамы. Кофе латте с льдом. Кофе латте с льдом. Вот такой здесь красивые кафе, музыка тоже. По лестнице можно подняться, и там можно тоже кофе попить. Если вы не берете с собой. Воу, сегодня так много людей. Продают даже что-то. Наверное, это люди из церкви. Здесь рядом есть церковь. Вот мы пришли на площадку, и здесь тренажер. Вот. Clap, 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 clap
самый тяжелый, долгий и веселый день. Всем пока. Если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайк. Пока-пока.